Всем добрый день. Вас приветствует аккумулятор сервис, город Джитагара. Сегодня решил записать еще один рекламный ролик. Дело в том, что я занимаюсь не только обслуживанием аккумуляторов, зарядкой и обслуживанием, но еще и кроме этого занимаюсь напайкой клемм. Ну вот сегодня привезли 3 аккумулятора. Клиенты разные, значит, один барс, вот в таком состоянии он. Значит, вот в таком состоянии клемма. Клеммы нет, практически она отсутствует. И вот это китайские аккумуляторы, здесь нужно заменить вот эти клеммы на нормальные, ну, на обычные, будем так говорить. Значит, весь процесс я записывать не буду, это процесс довольно-таки длительный, потому как на каждую клемму уходит от 1,5 до 3 часов рабочего времени. Ну, скажу лишь, что в начале буду готовить площадку, затем после того, как площадка будет готова, будет установлен металлический штифт, который будет обложен. И потом, после этого, я буду производить заливку клеммы. В следующей части я вам покажу уже результат своей работы. Ну вот результат моей работы. Значит, здесь вот клеммы восстановлены. Пришлось полностью удалять огрызки, которые огарки клемм, и здесь наращивать. Здесь клеммы я устанавливал с нуля, то есть здесь их не было. Вот, по просьбе клиента были установлены новые клеммы. Значит, кроме ремонта клемм, если появятся проблемы с корпусами батарей, привозите аккумулятор в сервис, вам поможет, запаяем, и ваша батарея опять будет служить вам долго, честно и верно. Всего доброго, ждем вас в аккумулятор в сервисе. Город Джитагара.